прозрачно все. В этом мире бушующем есть только мир. За него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот миг вдаль летит свой столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Счастье дано повстречать им беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Недавно автобус, который тут по маршруткам бегает, назвали в честь него. Фордан теперь он называется. Так что не удивляйтесь, если увидите. Он того заслуживает, или, как говорят на Украине, он того варти. Но мы сегодня собрались несколько по другому поводу. Я что-то не вижу мою 35-ю, где она замаскировалась. Что-то очень такие скромные. Дело в том, что у нас самое неинтересное, значит, у каждой профессии свой учебный план. Поэтому ситуация была такая, что в 35-й группе сегодня, значит, вчера не сдали экзамены, значит, и с завтрашнего дня
уже выходят на практику, на это торжество. Но это вы представляете, учитывая, что 35-я группа – это география всего нашего Крыма и даже за его пределами, это их потом надо будет выдерживать с практики, портить им рабочий день и так далее. Поэтому мы решили сегодня именно, значит, в пятницу уже линейку не будем проводить. Значит, сами вы определитесь, что утром делать в этот день. Но сегодня мы линейку посвящаем нашей 35-й группе. Значит, 3 года они у нас проучились. Группа, скажем так, хорошая. Группа, которая не хватает звезд с неба. Но вот они такие вот спокойные, молчаливые, знающие себе цену. Значит, они отучились у нас 3 года. Я должен сказать, как преподаватель в этой группе, я не имел никаких нареканий к ним. Значит, есть разные, значит, есть очень увлеченные радио, есть менее увлеченные. Значит. Но тем не менее, это хороший коллектив, который сложился за 3 года. Я хочу сказать теплые слова классному руководителю, значит, Наталье Михайловне Мухиной, особенно мастеру, которая, по-моему, за них, как говорит, пасть порву, моргала выков только за свою любимую группу. Поэтому что-то я ее тоже не вижу. Где Светлана? Ой, что значит маленькая, да? Я вас сердечно поздравляю с этим праздником. Но мы договорились таким образом, значит, там мы подготовили для 35-й группы, значит, такую небольшую стопку грамот, но вчера и с мастером, и классный руководитель согласилась, мы эти грамоты, наверное, на июнь месяц, вот, когда, значит, там придут родители, когда мы вам будем уже вручать дипломы с аттестатами, все как положено, я думаю, вот тогда мы и выстрелим те грамоты, которые вы заслужили. Поэтому сегодня, что у нас, Светлана Александровна, кого-то будем чествовать? Я думаю, всю группу. Всю группу, ну давайте всю группу. Еще раз с праздником вас, и мастера, и класса руководителя, ну и, конечно, мальчишек и девчонок 35-й группы. Спасибо! Уже, ребята, нам по 18, расставшись с ученической скамьей. Порой бывает трудно разобраться, куда идти, дорогу какой. И первый путь, мы знаем, будет трудным, чтобы не свернуть и лишь вперед идти. Пусть будут наши знания повсюду, советников и помощников в пути. Дорогие наши учителя, все сохраним, что вы нам дали. Как добрый, бескорыстный дар, огонь души, сердечный жар нас в эти годы согревали. Мы очень-очень любим вас, открыто, искренне, сердечно. И в этот драгоценный час запомнить вас хотим навечно. Спасибо вам, наши учителя. В каждом государстве есть правитель, в каждой сказке есть своя краса. У нас есть классный наш руководитель, ее зовут Наталья Павловна. Она была нам классной мамой, любимой самой, доброй самой. Она нас физике учила, секреты знаний нам открыла. За нашими оценками следила и на поклон к учителям ходила. Уважаемая Светлана Владимировна, вы заслоняли нас порой, от всех проблем нас защищали. И нам все время посвящали, так часто жертвуя собой. Мы знаем, что никто на свете не защищал нас так на педсовете. Она бывала раскричиться, но разве можно рассердиться на наш веселый дружный класс? А если спросите вы нас, ответим мы наперебой, что мы за Светочку горой. Я думаю, что...
Павловна, Светлана, получили букеты, теперь их отрабатывают. Пожалуйста, вы не хотите что-то сказать своим детям? Выходите сюда, не стесняйтесь. Не надо плакать, они у вас хорошие. Дорогие ребята, большое спасибо за теплые слова. Вы были очень хорошей группой. Горести нам мало приносили. Мы с вами очень хорошо провели эти 3 года. Участвовали, ездили, ходили, бегали, прыгали. Я желаю вам всего самого-самого лучшего в жизни. Чтоб все, что вы задумали, обязательно у вас свершилось. Чтоб вы были такими же упорными, такими же твердыми в своих мечтаниях и в своих начинаниях. Всего вам доброго. Счастья, добра, здоровья, улыбок. Ну, а я хочу сказать от имени всей своей группы. Большое спасибо, Галина Анатольевна. Большое спасибо всем преподавателям, что терпели нас. Ну, я так думаю, что основную массу придется еще потерпеть, Галина Анатольевна. Основная масса идет в техникум. Ребята, и вам большое спасибо. Вы у меня молодцы. И всем преподавателям, всему педагогическому коллективу от имени всей группы, от меня лично, большое спасибо. Весенним утром ты меня не забывай, ты меня не забывай. Облака в реке уснули, я вернусь дождем в июле. Ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, ты так и знай. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай, милый друг. Скучай, я вернусь, я знаю точно, может днем, а может ночью, ты меня не забывай. Ты меня не забывай, не считай часов песочных. Я вернусь осенней ночью, ты меня не забывай, ты меня не забывай. Упадет снежинка с неба, я вернусь январским снегом, ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, ты так и знай, может днем, а может ночью, ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, я знаю точно, может днем, а может ночью, ты меня не забывай. Я вернусь, ты так и знай, может днем, а может ночью, ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, я знаю точно, может днем, а может ночью, ты меня не забывай.
забывай. Выходит 35-я группа. Для нее были такие красивые слова. Не забывайте вы нас. Ну, а мы вас тоже помним. Будем помнить. Не стесняйтесь. Сюда так вот красиво. Руководители рядышком. Я тоже поздравляю вас, как и предыдущие. Слова красивые были, ваш адрес. Всего вам самого доброго. Хочу еще сказать, что эта группа участвовала во многих событиях в училище, в городе, в республике. Поэтому, наверное, 3 года, если вы вспомните, как вы прожили училище, наверное, были события, которые вам надолго запомнятся, и вы их будете вспоминать, когда станете уже взрослыми, совсем взрослыми людьми. Самое главное, чтобы вас нашли дорогу правильную в жизни. Будете ли вы у нас учиться дальше кто-то, или будет кто-то работать, или кто-то другое учебное заведение выберет. Самое главное, оставайтесь людьми с теми качествами, которые закладывала вас, мы старались все училища и ваши руководители. Хочу сказать особые слова красивым девочкам, Марили и Ирине, которые помогали мне очень часто в учебной части. Удачи, успехов вам. И все по очереди дают последний звонок. 35-я группа. Аплодисменты им. Часа два тут еще звонил, да? Поэтому еще раз вас с праздником, чтобы у вас все было нормально, чтобы вы не огорчали на финише классного руководителя и мастера своего. Ну и через полгода, я думаю, что мы с вами еще встретимся. Значит, не кукла вам, и чтобы у вас все было нормально. Счастливо. Внимание, училище! Рунись! Разговоры прекратили, ребята! Еще тише, училище! Рунись! Мирно! Вольно! Разойдись!